Всем доброе утро! Вчера вечером мы любовались невероятно красивым закатом, а сегодня будем любоваться таким же невероятно красивым рассветом. Напомню, что этот отель, в котором мы остановились, находится на самой вершине горы. Поэтому утром здесь настолько свежий воздух, я просто не могу это передать словами. Такое впечатление, что этот воздух можно пить. Ну и, конечно же, это какая-то невероятная и умиротворяющая тишина. Слышно только чириканье птичек, которые просыпаются вместе с нами. Ну а мы с мужем решили на прощание еще раз полюбоваться вот этим обалденным видом, так как мы сейчас позавтракаем и будем возвращаться в Санто-Доминго. А завтрак в этом отеле включен в стоимость проживания. Был он очень вкусный, особенно мне понравился вот этот свежевыжатый сок из тропических фруктов. Ну что вам сказать, ребятки, мы провели, конечно, незабываемый день. Отель эксклюзивный для тех, кто хочет порелаксировать, отдохнуть. Действительно, здесь отдыхаешь и душой, и телом. Название отеля «Кокуйо», в переводе это «сверчок». И здесь действительно ночью очень много сверчков. Мне кажется, это идеальное место провести медовый месяц или какой-то anniversary, годовщину, свадьбы. Для влюбленных это, конечно, рай. Но мы сюда приехали всего на один день, на одну ночь. Мы возвращаемся в наш отель, но по дороге мы заедем на какой-то пляж. Муж мне очень много... Муж в туалете. Муж мне очень много рассказывал про этот пляж. Как же классно ехать в Доминикану с мужем-доминиканцем, потому что он все знает. Есть какой-то здесь необыкновенный пляж. Он мне очень много о нем рассказывал. Сейчас мы туда поедем, а потом уже вернемся в наш отель. Это где был прецинто полицейский. No sé cuál será ese. No, allá. Hay un precinto, hay como dos. Ну что, прощаемся мы с этим райским местечком. Котейка, пока! Едем на пляж. Денек, ребятки. Вообще нам с погодой повезло, я вам хочу сказать. Бывают здесь такие, знаете, сезонные дожди, что целый день. Бывают здесь ливни. Бывает такое, что целую неделю может дождь идти. Но нам повезло, нам реально повезло с погодой. Ни разу не было дождей. Знаете, какие здесь ливни? Боже мой. Один раз, помню, мы попали под такой тропический дождь. А в этот раз погода просто шепчет. Так, идем на парковку, как мы сейчас выезжать отсюда будем. Заезжать, конечно, здесь очень тяжело. Мы находимся, чтобы вы понимали, на самой вершине горы. Ну, еще раз название отеля. А вдруг кто-то захочет сюда приехать. Вот так называется, Кокуйо.
И петушки на прощание нам поют. Запах, знаете, какой, ребят? Запах деревни. Пахнет домашними животными. И в то же время пахнет океаном. Ой, какая же красота. Я уже, наверное, миллион раз сказала, какая красота. Но это действительно в данный момент мои впечатления. Да, бэби, сейчас иду. Слышно вам, петушок? Смотрите на этот лист, ростом с меня. Вчера пришли уже ночью за зарядкой, да, муж матюкался и сейчас ругается, почему так близко запарковался. Смотрите, сколько там места еще. Нет, вот надо влезть близко-близко. Машина-то арендована, если поцарапаем, будем платить. Смотрите, как муж залазит, он не может дверь открыть. Матюкался вчера на этого мужика. Я говорю, ну что ты расстраиваешься, ничего страшного, как-то выйдем. У меня водитель, конечно, первоклассный. У меня муж... А? Окей, давай, давай, давай. Муж у меня очень хороший, конечно, водитель. Тьфу-тьфу-тьфу. Изи, 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 изи. Okay, you can go. No, it's not gonna be easy. Though. Да, как же он развернется? А как же он развернется? You still have a little bit room. Okay. Go. You still have room. Really? Да. Little bit more. Okay, you good. Huh? Okay, you have room. Go. You good? Все, выехали. Немножко акустики, наверное, там помнем. Go a little bit back. Давай. You can go back a little bit. Давай. И там машина стоит. А, там машина ж еще с той стороны очень близко. You good. Если даже мой муж не может выехать, то это действительно сложно. Да, зажали в тиски нас здесь. Окей. Ай, babe, you very close. No, you're not feeling. Go back. You very close. No. No. Yes, almost. No, I see. You're gonna touch it. Go back. Да не проезжает он. Или проезжает. Обалдеть. Миллиметр. Просто миллиметр. Я вам говорила, что муж у меня ас. Babe, you good. Let me tell you. You good. Ну что, конечно, мы немного пострессовали, когда... выезжали с так называемой парковки. Ну, за что обожаю своего мужа, что он долго не задерживается в этом стрессе. Он у меня человек очень отходчивый. Буквально через 2 минуты мы обо всем забыли.
Ну, а я, ребятки, вам предлагаю еще раз полюбоваться этой красивейшей горной дорогой, только в этот раз мы спускаемся уже вниз. Security, да, везде собаки, как действительно, как security, они вас за вами бегают и провожают вам туда, куда вам надо. Так, приехали на какой-то пляж, мы еще не уверены, хотим мы здесь быть, потому что здесь пляжей очень много, у каждого пляжа свое название, и мы там по дороге остановились, спросили, на какой пляж лучше поехать. А нам сказали, что очень хороший пляж, но 40 минут езды отсюда. Вот, да? А вот этот пляж совсем рядом, ну, мы решили остановиться, посмотреть. Если нам не понравится, то мы поедем на тот пляж, который 40 минут езды. В гипермаркете купили 2 кресла. Мы потом их оставим у родителей. Классная эта идея. Сюда на пляж приехать со своими креслами. Что, пойдемте посмотрим, что здесь за пляж. Здесь уже какие-то gift shops. Продают сувениры, а картины какие красивые. При входе на этот пляж мой муж поговорил с мужчиной, расспросил его об этом пляже, и нам этот мужчина сказал, что этот пляж, как бы, он не очень, это что-то типа местного городского пляжа, и если мы хотим попасть на действительно классный пляж с белоснежным песком и прозрачной водой, то нам лучше всего арендовать лодку, и нас на этой лодке повезут на маленький остров, и вот там будет действительно чистейшая вода и белоснежный песок. Не знаю, может быть, это для коренных доминиканцев этот пляж не очень. Мне он понравился. Посмотрите, какой здесь вид. А вот нам мужчина предлагает арендовать лодку и отвезти нас на остров. И, соответственно, привезти нас обратно, когда мы захотим. Аренда стоит $100 за двоих. И мы уже были согласны на это предложение, но у нас возникла проблема. К сожалению, мы с собой взяли недостаточно наличных денег, а с этим мужчиной нужно было расплатиться только наличкой. И нам пришлось отказаться. Ну что, попробуем водичку? Самоне. Что вам сказать? Вода очень мутная, не такая, как в Бока-Чике. И, по-моему, я вижу камни там. А нет, это не камни, это песок такой. Холодная. Холодная, холодная, холодная. И не такая прозрачная, как в Бока-Чике. Гугусик мой пришел. Вы знаете, вода только мутная там с берега. Здесь уже, когда заходишь, здесь она почище, но все равно не такая прозрачная, как в Бока-Чике. И здесь заходишь сразу глубоко. Теплая вода, очень теплая. Естественно, когда только заходишь, она кажется холодная.
бегу, Густик, смотрите, какой вид за нами. Yes or no? I don't do that. Сзади нас такой мост красивый. А вот, посмотрите, какая красота. Ребятки, знаете, что мне это напоминает? Мне напоминает остров Хортиця. Вот этот домик на горе. Ребятки, кто из Запорожья, вы согласны со мной? Напоминает остров Хортиця и как там ласточки на гнездо. Правда? Да, бэйби. А, да, давайте не показала вам еще вот этот отель. Надо узнать. Надо узнать, что за название отеля. Может быть, в следующий раз приедем сюда. Красота же. My baby. Как дела, бэйби? Хорошо. Хорошо? Очень хорошо? Очень бьёт. Очень красиво. А солнышко так припекает уже. 11 часов. Вот это мне еще кинооператор. Сильно он телефоном трясет вот так. Steady, steady. Okay, you're the best. Thank you. Steady use. Солнышко припекает, сейчас 11 утра. После 12 уже лучше не быть на солнце, потому что можно сгореть. Сегодня у нас 17 февраля, ребятки. Через 2 дня у моего Гугусика день рождения. А на следующий день мы уже улетаем в Нью-Йорк. Я хочу сделать видео позже, в инсайд этих вещей, в воде. Мы можем идти сейчас. Нет, но я хочу открыть кресло и сидеть там. Окей. So you think this is... You notice the song now? Not that song, I know. So you think that's... Yes, it's elevator, look. Elevator, it's your car. Да. A lift поднимается, yes, и... И по мостику заходите в отель. Классно же. Спускаетесь на лифте, и вы на пляже. Шикарно. Now going back to Wala Hotel. Мы накупались, мы решили долго не оставаться на пляже, потому что солнце так жарит, ребятки, после 12 лучше всего не быть под солнцем, потому что солнце просто вам сделает ожог, и мы решили уже возвращаться назад в наш отель в Бока-Чике. Остановились. Посмотреть, что здесь продается. Я мужу кричу, это арбузы, он говорит. Это не арбузы, мы чуть не поссорились. Ну, сдалека кажется, как арбузы. Ну, это не арбуз, это что-то типа тыквы. So, this is not арбуз. No. No, it's not a mango, neither. That's a... banana. No, not a... Queso. Maracuyá. No, no, okay, you're not. Acinola, yeah. Not the maracuyá. Yeah, acinola. Maracuyá. Oof. Yeah, I want that. Like that? Yeah, what is this? Yes, so, yuca. Oh, yuca? Yeah. No mango. Mango, no. Он нам разрежет одну попробовать. А пробуй, сабайте. А, gracias. А вы еще дуйся, сегодня. Bueno, sí. But they call it different. How they call that? Not maracuyá. Chinola. No, maracuyá is Colombia. Да? Yeah. У нас называют passion fruit. Chinola. А в Доминикане называют chinola или маракуя. Остановились на заправке в туалет сходить. И увидели у них такая вкусная еда. Мы решили перекусить. Такой наш обед сегодня. Доминиканская вкусная еда. 2 чашечки кофе. Водичка. Это ж муж у меня любитель яичницы. Яичницу может кушать любое время суток.
Не могла я не заснять вот такой кадр. Доминиканская девушка несет ведро на голове. До сих пор для меня остается загадкой, как они удерживают равновесие, и эти ведра у них с головы не падают. Вот так выглядит парковка в Доминикане. Это мы уже приехали в отель. Как вам парковка такая? А по-другому как? Смотрите, как они паркуются. Вот здесь столько места оставить, да? А мы припарковались. Это последняя дырочка осталась возле отеля. Ну вот так, муж вылез из окна. Ну и придется оставить окно открытым. Да, посмотрите на эту дырку. Ну, нормальные люди, а? They are normal. They are normal. That, look, that's what I said. He's not even from nobody. He's from here. Ну, доминиканцы, да.